Всем привет, ребята, с вами Туз, добро пожаловать в игру 60 секунд. Это коротко об игре, давайте скажу, что это. Это выживание после ядерного апокалипсиса в бункере. Давайте начнем, что по ходу вам объясню. Начнем с апокалипсиса, начнем с, ну давайте, Little Boy. Это сложность. Сложность пока легко поставим, я не собираюсь проходить ее. Научись летаюсь я сегодня. Так, быстро, смотрите. У нас есть. Че, у нас есть мужик. Мужик есть, это ясное дело. Бла-бла-бла. Короче, сейчас будет ядерная бомбардировка, нужно собрать как можно больше вещей. Сразу, быстро. Тимми, тебя беру первым. Я немного начал. Так, подожди, как брать-то? Еда. Нет. Собираем своих членов семьи, чтобы в бункере было весело. И чтобы над кого потроллить можно было, сына. Быстрее, быстрее! Тимми, за мной! Пошел! Мам, 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 мам! Бери, бери, все, бери, все, 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 бери. Выкидывай туда все. Быстрее, воду, воду. Жену надо будет забрать еще. Суп, суп, бери суп, мудак. Бери, бери, жирный, тут толстый чувак, ты. В убежище, быстрее, быстрее, быстрее. У нас мало, у нас всего 60 секунд. Выкидывай все, нахрен все. Не нужны все эти вещи. Ты что здесь стала жирной? Жируха, давай за мной. Быстро, 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 быстро. Мари Джин какая толстая, а. Целых 3 чеки забирай. Быстрее, жену забирай. И воды, 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 быстрее. Да сука, чемодан, что ты. Что за херня? Быстрее. Баба, баба, ты за мной идешь. Ать, быстрее, 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 патрон, патрон, патроны. Бежи, 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 ружье нужно взять, ружье, пока есть время. Быстрее, ребята, нужно убивать топор, топор нужен, будем убивать всех людей с топора. Также аптечка нужна, журнал. А, нет, нету времени, не, время, время, мало, мало, время. Сегодня успеем, ребята. Ну ладно, ничего страшного. Хотя нет, успеем, успеем, успеем. Нет, нет, он сдохнет, значит. Блин, замешкался, ну ладно. Все, мы успели, сейчас смогли, собрали. Шахнуло все, понимаете, фэллаут начался, но нашего чувака не брали, где подвал, теперь может там жить. Основная еда томатный, томатный вкусный, все знают. День один. Вот наши сидят, значит, чуваки. Что мы собрали? У нас есть топор. Топор. Руководитель поиска кого-то. Займет некоторое время, чтобы отправиться от недоедания. Карта, амуниция, еды немного. Еды немного. Все. Ни аптечки, ни противогаза. Ладно. Так, что у нас? Все из нас добрались до убежища за секунду до удара, это было близко, но мы спаслись. Главное помнить, есть консервы, полезные для здоровья. Наши полки полны банок супа, мы будем есть из них, мы будем спать на них, мы будем даже разговаривать с консервами. Некоторые из нас уже начали этим заниматься. Никто не думал собирать воду. Душ может быть переоценен, но пить это привычка, от которой тут надо отказаться. Окей, время раздать припасы. Никто не хочет ни жрать, ни пить, так что все. Нам трудно находиться здесь, мы должны сделать из него место лучше, ну иначе. Так, ладно, я понял, что я только что прочитал, не понял. Ладно, мы взяли карту, это отлично. День 2. Окей, все живые. Долорес, Тед, Мэри Джейн и Тимми. А карта, куда она пойдет? Если кто не понял, карта это отмечать, куда пойдут в экспедицию люди. Иначе мы могли бы оказаться гораздо меньше. А, вместе гораздо хуже, чем это уютное убежище. Мэри Джейн не создает новых проблем сегодня. Тимми не только хороший разведчик, но он еще хороший психолог. Он выглядит веселым. Жизнь трудна, особенно сейчас. Несмотря на это, Долорес прекрасно себя чувствует. Надеемся, она становится такой. И такой, один Тед такой, Тед в порядке. Нормально, нормально Тед. Никто не хочет жрать, никто не хочет пить. Давайте отправим... Давайте кого-нибудь отправим на пустоши. Что это? Кажется, какой-то гул вдалеке, но он становится все громче. Почему все трясется? О боже, землетрясение, хватайте что-нибудь и держитесь. У нас ничего нету из этого, поэтому ничего страшного. Стоп. Я не отправил никого в экспедицию. Вот черт, забыл. Ну ладно, никто не ранен, надеюсь, что нет. Кажется, все предметы в порядке, которые находились в бункере. Мы все нормально было. Долорес не протянет без воды, это я знаю. Так, подожди, дайте посмотрим. Жажда, 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 жажда. Ничего с ними не будет, пока у них жажда. Так. Кто пойдет наружу? Давайте отправим Мэри Джейн. Так что она всех больше ест, но это самая толстая, поэтому... Иди, разведуй Мэри Джейн. Найди нам пожрать что-нибудь хорошего такого. Что у вас случилось? Суп, раз сожрали, сволочи. Мэри Джейн вышла на улицу. Давайте надеяться, что она скоро вернется. Ничего нет нового. Так, что тут у нас? Обезвоживание, обезвоживание. Давайте Тимми, ты где попил успел? Тимми как без нас уже попить успел каким-то образом. Ну ладно, давайте дадим Долорес и Теду воды. Трудно следить за временем, находясь под землей. Мы не можем сказать, что творится на улице, день или ночь. Наш сон перепутался, эти ужасные лампочки не помогают. Они едва заметны, мы должны с этим что-то сделать. Нет у нас аптечки, чувак. Зачем? Что ты хочешь сделать с аптечкой и лампочкой, скажи мне. День 5. Опа, что с Тимми не так? Долорес что-то не так, усталость. Они устали от этого...
лампочек от этих плохих, знаете, какие клевые. Мужественно игнорируя наши проблемы, мы пытались заснуть, но зря, ничего не вышло. Мы еще больше устали. И есть другие проблемы, с которыми мы столкнемся чуть позже. Давайте надеяться, что это наш зевот отпугнет бандитов и лучевую болезнь от нашего бункера. Окей. Никто не хочет ничего, да? Вы нормальные. Тед вообще не хочет ничего. Ему норм. Играй в игры, говорили они. Будет весело, говорили они. Мы не думали, что при выборе правильного ответа будет столько проблем. Все, я ничего не понял, ладно. День 6. Так, никто не вернулся, ладно. Сегодня мы поиграли в игру «Я шпион». Это было весело первые 3 минуты, но потом все просто надоело нажимать на букву W. Надо будет найти игру попроще этой. Ладно. Припасы, что тут у нас? Усталость, жажда. Тимми отдохнул, но хочет пить. Нет, обойдешься, ты еще не совсем устал. Как насчет той поездки в Неваду? Мы откладывали ее некоторое время. Теперь, может быть, мы должны отправиться туда? Это будет нашей первой постановкой после того, как мы выберемся отсюда. Ты дурак, что такое на улице? Радиация, вся херня. О, вы слышали? Мэри Джейн вернулась. О боже. Голод болеет, усталость. О боже мой. Ладно. Оставляя ваш приют в одиночестве, очень рискованно. Понятно. Мы можем работать даже в Торонто. Вопрос только о том, когда мы найдем ломку. Чтобы туда добраться, мы слышали, что это лучший способ попасть в Европу, бла-бла-бла. Это все. Описание. Так как океан довольно соленый, моряки принимают эффективные меры предосторожности для того, чтобы не попала соленая война. Мы, пожалуй, воспользуемся их любезностью и возьмем все бутылки, которые там есть. В каюте капитана творился полный свинар, но покопавшись в нем, нашли вполне себе радиостанцию. Окей, все хорошо. Откормим нашу Долорес и... Ой, бабу. Потом, кто там что хочет? Ты хочешь жрать. Ты хочешь пить. Так, все хотят пить, поэтому воды принесли до хера, поэтому все пьют, и ты тоже пьешь. А суп жрет только Тимми и вот это вот. По-моему, так было. Так, пойдешь, Тимми, пойдешь, ты у нас оптимист. Долорес давно ни с кем не общалась, то есть и поговорить с ней, конечно, стоит, ты чё? Давайте попробуем. Чё, плохая идея была, по-моему, теперь. Что-то случилось. Голод, болеет голод. Тимми вообще прям красавчик, а оптимист не хочет ничего делать. Разговор с Долорес помог нам решить некоторые проблемы, а также и вопросы, и сомнения. И гораздо лучше. Так, ну окей, тут... Так, жрать хотят многие, но пожрешь ты, а ты не хочешь. Как-то я слишком много расходую. Ну ладно, Тимми, ты пойдешь на... Стоп. Ты пойдешь вот сюда вот пойдешь. Все, пошел отсюда. Кш. Так, мы избавились от одного спиногриза, теперь нас немного меньше. Что тут у нас, совет дня? Если вы сомневаетесь, не рискуйте, да ну нахер. Никто не рискует, тот не пьет, это. День 9. Время раздавать припасы. Что с вами так? Голод. Боже, она меня пугает, а сейчас зомби превратится в какого-то. Никто ничего не хочет, поэтому все. Еще несколько часов кашля, мы привыкнем к нему. Наша вентиляционная шахта не приносит нам никакого воздуха. Циркуляция прекратилась. Нам нужно как-то починить ее, пока мы не задохнулись. Конечно же, книг поиска, вот или что. Она вообще прям прочитала нам починить вентиляцию и все. День 10. Молодец, Тед, починил. Просто красавчик. О боже, ты дурак, как кусок. Используя справочник для исследования вентиляционных отверстий, мы следовали указания там. Как раз было по починку ядерной вентиляции. Прежде чем мы начали проверять, через вентиляцию вылетело несколько разъяренных насекомых-мутантов, больно ужалили. Было невыносимо, как в аду. Нам кажется, что нас лихорадят. Отлично, ты починил вообще, красавчик. Все такие прям ремонтниками были. Все хотят пить, но обойдетесь. Это еще не обезвоживание, поэтому не сдохните. Мне страшен Тед, он может подохнуть. Ну ничего. Мы уже собрались закончить, ужинать и ложиться спать, как вдруг сейчас торговец. Его интересуют боеприпасы. Чем будем торговаться? Давайте дадим боеприпасы. Но все равно оружия нет. Смысл в этом. День 11. Нет боеприпасов, ничего не прибавилось. Отлично, нас обворовали. Нет, нам суп дали. Получив боеприпасы, наш гость очень обрадовался, приложил взамен пайки. Там их немного, но все же лучше, чем ничего. Окей. Обезвоживание. Все хотят пить. Меня пугает мой Тимми, который ушел и не вернулся пока. Мы продолжаем
Извиняюсь, ребята, просто много говорю. Мы можем продолжать сидеть на своих стульях в этом маленьком бункере. Но нам нужно начать думать о том, как выбраться из этих радиоактивных пустошей. Кто мог подумать, что наши красные превратят в руины наш красивый дом. Тем не менее, может быть, нам кто-нибудь поможет оставаться ждать наших... держа глаза на готове. Так, ну давайте свяжемся с военными, что-то они там историю красивую расскажут. Так, кто-то еще заболел. Нет. Долорес, пожалуйста, отойди от него. Смотри на него, он болеет, он может тебя заразить. Ты умрешь. Хорошие новости, правительство транслировало речь о всех выживших в нашей зоне. Нам сказали, что нам нужно ждать следующего контакта через ближайшие несколько дней. Ухо. Надеемся, они свяжутся с нами как можно быстрее. Окей. Тут ничего особо нету, все нормально, все здоровы. Пошло некоторое время, и мы не знаем, что происходит на поверхности. Окей, почитайте, послушаем, что там будет. А? Вернулся, ребята, Тимми вернулся. О боже мой. Вы что, тут все сдохнуть решили, что ли? Болеете? Болеет, болеет, болеет. Он принес аптечку, ребята, аптечку. Мы смогли получить слабый сигнал, это длится последний на сами правительства. Отличная новость. Мы так боялись за Тимми, но он уже вернулся. О, вышел... Так, стоп. Мы были осторожны во время исследования окрестностей, но когда из-за угла вышел ужасно выключивший скряга с дробовиков, мы испугались. Удача была и на нашей стороне. Но когда мы с неба упал очередной ящик, он приземлился прямо на бандита. Правительственная помощь, прекрасная вещь. Еда, еда, это то, что нам нужно. Что упало на этот раз? Хлеб, сыр, мясо, шоколад? Нет. Томатный суп. Ура. Кто-то забыл снарядить некоторые ящики чем-то, что защищало их от падения. В итоге многие бутылки с водой попадали на землю. Очень удачно, что пара из них уцелела. Надеюсь, нам этого хватит. Каждой ответственной почетной семье нужна аптечка, заполненная высококачественными лекарствами. У нас почти не оставалось никаких препаратов, и мы терпеливо ждали. Мы не ожидали, что медицинский конвейер упадет на голову другому выжившему. Это было так полезно для тех, кому нужна была помощь. Нам подавались некоторые препараты. Красавчик, Тимми, ты просто всех вылечил, поэтому вот это вылечим. Что там хотите? Голод, болеет, голод, голод. Покормим всех троих вот этих вот. Морозот. Да? Попить все... пить никто не хочет, поэтому все обойдется. Пойдет у нас Долорес. Ты следующий, Долорес. Мы действительно хотим вернуться к прежней жизни. Пространство, чистое небо, вкусная еда. Ах, если бы можно было повернуть время вспять и остановить падение этой проклятой бомбы. Ладно, ничего страшного, Тед, ты вылечишься. Не беспокойся. День 14. А, Тед здоров и всю аптечку испоганил. Вот сволочь. Но ничего страшного. Жажда, голод, болит. Я сейчас только что кормил. Тимми, ты охренел, что ли? Жажда, жажда, голод. Надо всех кормить, всех пить, о боже мой. Сладкие воспоминания, это все, что у нас осталось. И мы должны быть готовы к суровой реальности. Так, всех накормим, всех попьем, потому что у нас пока много. Пойдет на улицу, Долорес, ты пойдешь на улицу. Вышла Долорес на улицу, я забыл сменить маркер. Давайте поставим так, вдруг она телепатически словит связь с нами и узнает, куда идти. Мэри Джейнс чувствует себя в безопасности, бла-бла-бла. Так. Что с вами, кстати? Вы там все здоровые. Тед здоров, болеет усталость, голод. Тимми, ты охренел? Я тебя уже кормлю сколько раз. Да ну нахер тебя, Тед, Тимми, короче, сдохни, фуш. Так, давайте послушаем новости последние. Может, нас спасут. Серьезно, может, спасут. День 16. Мэри Джейн болеет. Смотрите, он... Эта сволочь притворялась, ты представь. Просто притворялась. Сволочь. Какая-то добрая душа сообщила, что потерял пакет в провизии. Мы сразу поняли, где это находится. Мы скачали как можно скорее добрались до пакета, прежде чем его забрал кто-то другой. Два воды, один суп и патроны. Отлично. Так, а кто что там хочет? Никто ничего не хочет, поэтому никто ничего не будет есть. О боже мой, мы только что вспомнили, что планируем поездку на юг на целых два месяца. Если он еще там, мы поедем, верно? Мы уверены, что не стали бомбить теплые места. Правильно, логично. Где ты будешь отдыхать, если ты сломаешь свое теплое место? День 17. О боже мой, Тед превращается в лесника, обрастает. Это что такое? Кто-то рисовать на стенах начал, поганит своего частенно. Так, никто ничего не хочет, вроде бы. Надеюсь, вы помните, что Мэри Джейн ушла пополнить припасы. Мы обнаружили рану на предплечье. Ничего серьезного, она утверждала, что ее кто-то укусил. Теперь ей гораздо хуже. Мы опасаемся, что она попала в инфекцию. Мы должны помочь ей. Конечно же, отрубим ей просто пол плеча. Это хорошая идея очень. Мэри Джейн. Много ей отрубит, реально. Это как так? Она вылечилась? Ей что, потом это... Она... Росомаха ей отрубили плечо, она отросло нормальное?
Мэйджейн поступила неправильно, когда размахивала топором. К счастью, нам удалось ее остановить. Мы промыли ее раны и остановили нагноение. Теперь иммунитет, необходимо бороться с инфекцией. Ты сломала топор? Ты жирная сволочь! Посмотри на ее глаза, она сломала топор. Я вообще тебя убил, чем топор сломал. О, всех обезвоживание, всех ржать, пить. Новые сообщения от военных. Они хотят, чтобы мы оставили карты, чтобы узнать, сколько нас. И правда ли странно, кто должен пойти на автобусную остановку. Да никто не хочет, это вас просто хотят на и на это самого. Ой, Долорес вернулась, ребята. О боже мой. Долорес. Все болеют вокруг. Моя женщина. Так. Что там, Долорес? А где отчет? Ты че, вообще ничего не пришла? Долорес, ты охренела, что ли? Так, что там с вами? Голод. Ни хрена, болеет усталость. Окей, никто ничего не хочет, поэтому никто ничего не пойдет. Пойдешь следующее, Мэри Джейн. Мы так и на тебя кучу патронов потратили. То есть кучу ресурсов потратили, чтобы тебя лечить. Подыхает там. Ладно, все в порядке. Голод, жажда. Можно покормить ее, поесть ей надо. Давайте покормим, попоим. Вдруг она умрет. Так, с этим все в порядке. Идешь. Нужно покормить там, можно попить ей. Идет Мэри Джейн. Пойдешь туда, куда я отметил. Все, пошла отсюда. Топор сломал. Ты если не принесешь топор, понятно, я тебя буду вместо топора использовать. Снова очень толстая. Мэри Джейн вышла на улицу. Давайте надеюсь, что она скоро вернется. Что с вами тут? Вы тут голодный, голод болеет, жажда болеет. Ничего страшного. Тед среди больных. Ах, боже мой, мы только что вспомнили, что планировали по. Так это же было уже. Муха! Муха! О, что это такое? Ой, Тимми плохо. Тимми еще хуже. Они начинают подыхать, ребята. Так, подожди, кто чего он хочет там? Ты хочешь голод, ты пить. Значит, кормим Долорес, пьем и пьем. Все. Было бы восхитительно, почему бы нам не покинуть это место и погулять по поверхности, как мы привыкли. Запах дыма, загрязнения. Ах, как же тот запах свободы, когда так не хватает. Ага, и запах лучевой болезни. Что мне кажется, что Мэри Джейн где-то упала там и не может встать, и теперь ее затопчет там или что-то типа того. Ладно, вроде бы она должна вернуться. Ты голод, жажда, болеет. Да я тебя сколько кормить-то могу, ты сейчас лучше сдохни быстрее и все. Групповая терапия. Нет ничего лучше, чем выйти наверх на поверхность, но, похоже, это необходимо. Мы думали, что будет хорошей идеей послать кого-нибудь на пустошь раньше обычного. Но как только мы начали собираться в поход, неизвестное существо начало рычать на нас. У нас есть пара штук, чтобы делать, что нам делать. Ничего у нас нет, поэтому ничего не делайте. Надеюсь, никого не убьют. О, Мэри Джейн вернулась. Все боли... Тед, что с тобой? Тед, боже мой. Все болеют вокруг. Ой. Молодец, жируха принесла нам ружье. Если бы было все иначе, мы поступили в бой с чудищем. Но существо почуяло опасность, как только существо очень сильно кричало. Оно боится нас больше, чем мы его. Так. Полицейский участок, на удивление, все еще стоял. Как это ни странно, мы нашли несколько чиновников, которые почему-то были все еще живы. Они имели при себе униформы, значки, они имели что-то вроде полицейской замены. Здание было разрушено капитально, но они хорошо обустроились в подвале. Они даже нарисовали лозунги, такие как «Мир наш» и «Русские не сдаются». Это русские ребята, они просто ходят без этих, как их там, бляха-муха, без... противогазов. Неожиданно офицеры бросили спорить о понятии мира с пожарными. Один из офицеров кричал, что без должной огневой мощи операция провалится. Он даже выбрал одну из винтовок в окно, а выбросил. Утверждая, что это бесполезно. Разумеется, мы не могли оказаться такого подарка прихватив с собой, когда покидали пиздецкий участок. Поезжай, ты бесполезен, принесла только ружье. Мы тебя с него и застрелим, получается. Голод. Есть у кого-нибудь? Голод, Мэри Джейн, голод. Так, нужно этих двоих покормить. Пойдет Тимми следующий. Нет, пойдет Тед. Сегодня Мэри Джейн рылась по всему бункеру и нашла семена. Мы не знаем, что это за семена. Возможно, это яблоко или вишня. Использовать ли нам бутылку воды, чтобы завести свой огород? Конечно, используем. У нас вода вот есть. 30 в бутылке. Окей, это что-то сразу моментально вырастет. Пока ничего нет, никаких восходов. Давайте будем относиться ко всему оптимистично. Давайте надеяться, что семена не превратятся в бесполезный цветок.
Ладно, мы потратили одну воду, но что-то... Надеюсь, что-то полезное будет. Тед начинает с ума сходить. Так, что тут кому нужно? Разве-то еду раздаем. Болеет, усталый, замученный. Жажда сходит с ума, замученный. Жажда, голод, болеет, усталость. Жажда, болеет, замученный. Давайте отправим Тимми. Давайте всех покормим. Не, давайте всех попоем. Пойдешь, Тимми? Потому что Теда мне жалко, потому что вдруг он единственный выживший останется. Потому что у него более-менее со здоровьем все в порядке. Все, ушел. Так, что у нас тут есть? Это все то же самое. Что тут у нас? Болеет, усталость, голод. Голод. Ну, давайте покормим, в принципе. У нас кончаются припасы, но еще более-менее есть целая банка. Но это сообщение от военных. Опять-опять хотят они свои карты от нас вытащить. Так. Все, этот ни на что не жалуется. По крайней мере, не очень много. Что с вами не так? Болеет, усталость. Сходит с ума. Болеет, усталость. Ну, в принципе, они хотят есть, не пить, так что можно пропустить один день. О, торговец пришел, смотрите-ка. К нам пришла женщина с животным, которого она называет верблюд. Верблюд это... Верблюд с пяти ногами. Животное несло с собой мешок разных вещей для торговли. Я вам бутылку, мне... Так... Нет, не будем ничего давать ей, потому что у нас воды мало хоть, но это важнее. Тед, не сходи с ума, пожалуйста. Жажда. 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 Все хотят пить. В конце концов, мы решили, что ее предложение нам не подходит, и бла-бла-бла-бла-бла. Жажда это не обезвоживание, поэтому... нормально все. Тебе, по-моему, тебе не вернется. Что-то он уже долго ходит. Так. Что там с вами? Обезвоживание, голод. Обезвоживание, обезвоживание. Все хотят пить. Ладно, осталась одна бутылка, ребята. Это вообще прям... Играя в игру, можно хорошо убить время и неплохо развлечься. Отвлечет нас от проблем. Игры хорошо влияют на нас. Почему бы не играть в них постоянно? Вот это, наверное, очень логично. В принципе, можно. День 30. Тимми нету. Меня пугает такая обстановка. Мы поиграли в игру под названием «Правда или желание?». Как вы выяснили, более распространенный вопрос был, собираемся ли мы что-нибудь есть, кроме томатного супа. Но на этом мы решили закончить игру. Окей. Голод, болеет, усталость. Ходит с ума, никто ничего не хочет, поэтому не тратим ресурсы. Да, конечно, не каждый день тебе удается проснуться и узнать, что тебя хотят съесть. Плотоядное растение. Будь это проклятая Мэри Джейн с ее садовыми амбициями. Как ей удалось прийти в голову посадить такую кровожадную убийцу? Отлично, я потратил воду и еще я получил взамен растение, которое пытается меня сожрать. Сейчас еще кого-нибудь убьют. Так, с Тедом что-то не так. Ушиб. О боже, они сейчас сдохнут все. Тимми должен был вернуться, но он не вернулся, значит, все подох. Я чувствую, мы подходим к концу нашему логическому завершению, поэтому... Можно ожидать... В то время апокалипсиса будет царить тишина и покой. Знаете, большинство людей уже умерло. Но кто-то стучит в дверь. Кажется, мы открыли. Мы увидели молодого человека, стоящего в голубом комбинезоне. В одиночий пек. Короче, он нас попросил воды. Окей. Мы не дали ему воды. Он нас убил? Нет, мы живые. Вода! Кончилась вода. Он нас оплоровал? Стоп. У нас пол воды. Голод болеет, голод болеет. Никто ничего не хочет, поэтому Тед пойдет туда, на улицу. Иди, Тед, с миром, прощай. Ты был очень хорошим чуваком. О боже мой, Долорес. Мэри Джейн, не смотри туда. Там все плохо. Блэйзен Долорес прогрессировала. Так, понятно, она сдохла. Мэри Джейн покормим, попьем, чтобы она все равно одна осталась. Надеюсь, она тоже не подохнет. День 34, ребята. Перейди скелет, пожалуйста, оттуда. Что нас победили, мы потеряли шанс. А, ну опять карты, все это. Так, что у тебя там? Ничего у нее, в принципе, плохого, она не должна подохнуть. Так, что произошло? А, нет, ничего. День 35. Ты живая, слава богу. Болеет, стал замученный. Ничего страшного не произошло. Ты не хочешь, у нас нету... Кто-то очень сильно постучал в люк, мы слишком напуганы, чтобы открыть его. Может быть, и хорошие новости, верно? Мы сразу типа поприветствовали дружелюбное лицо, даже если бы убить это... Даже если бы был наш сосед Нед. Ну, давайте откроем. Давайте, надеюсь, это добрые. День 36.
ничего не изменилось. Жажда, она теперь хочет пить. Мы открыли люк, но там никого не оказалось. Чёрт, уж экипа шучит, это уже во время апокалипсиса. Воды у нас нет, вообще ничего нету. Выживай, Мэри Джейн. Подожди, пока придет Тед. Тед спасет всех, я уверен. Тед вернулся, ребята. Я же говорил, спасет. Все. Ё-моё, Тед. Посмотрите на него, сколько эффектов висит. Если бы вы впали в отчаяние или имели специфические диетические потребности, вы могли бы поискать поставки в мусорном баке или на свалке. Вывоз мусора должен быть позавиться сейчас, но грузовик так и не приехал. Мы никогда не думали, что такое скажем, но мы не жалуемся. Один из наших соседей перед выбором... взрывом выбросил несколько банок супа. А вот у Мора, если бы он все еще жив, вероятно, он полон сожалений. Да и потом, чтобы было грязным. Короче, мы получили воду, суп, истратили карту. Все, отлично. Порванная карта. Ты просто красавчик, Дэд. Да его носок уже упал слишком. По-моему, они сейчас в следующем дне уже сдохнут. Поэтому кормим так все. Никто не пойдет в поход, никто не может идти. Мы проснулись капающего звука и поняли, что это течет из труб. Поэтому починим Скайута. Может что-то хорошее случится. День 30. Мэй Джейнс исчезла. Ее съел кто-то. Она решила, что не может вылечиться самостоятельно, оставила записку и убежала. Понятно. Тед голоден. Все, хана Тед. Короче, мой вывод таков. Ну, пусть повед поест напоследок. Прощай, Тед. Нет, он еще живой, смотрите. Он борется отчаянно. Ну, покушай, Тед, если хочешь. Последний запас еды. Вы мне... Ружье, я вам 4 бутылки воды. Ну давай. В принципе. Ружье дадим последнее свое. У нас есть шанс прожить еще немного. Голод болеет. Так. Еды не осталось, в принципе, ну ладно. Так, опять армия, сообщение, все такое. День 41. Тед жив до сих пор. Черт подеримый, потерял шанс. Быть спасенными, попей. Пока. Так, мой черт. Каждый раз, когда мы хотим... Короче, покинь карту с помощью книжки. Из меня все что-то начал икать. Это просто ужасно во время записи. Он починил карту, молодец, да. Пусть пьет под каждый день, чтобы лечился такой. Никого нельзя отправить. Так, сигнал потерялся. Должны поправить сигнал. Хорошо. Конец. Отлично, Тед, ты починил. Молодец. Раны Теда были слишком серьезные. Сколько мы... 40... Ребята, мы прожили целых 43 дня с первого раза. Надеюсь, вам понравилось видео. Давайте на это закончим печально. Мы не дожили до конца. Ну, на этом все, ребята. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем до встречи. Всем пока.